Важная информация для автомобилистов. С 1 ноября изменяется схема движения транспорта по двум центральным улицам города. По Максима Горького и Володарского. Проезд будет организован в противоположном направлении. Теперь в сторону Красной площади автомобили будут двигаться по улицам Радищева и Горького, в обратную сторону по Ленина и Володарского. Проезд по Горького таким образом будет организован с 9 до 19 часов в рабочие дни. А вот по Володарского новая схема будет действовать без временных ограничений. Думаю, будет лучше. Поток движения будет по двум полосам осуществляться, не по одной. Когда привыкнут меньше, естественно. А пока будут привыкать, как на Ленина будет так же стоять. Ну и в час пик. Это нормально, так обычная ситуация. Машин в городе стало намного больше, даже по сравнению с прошлым годом. Пока машины будут стоять вдоль дорог под знаками, так оно и будет. Как сейчас. Пробки и все остальное прочее. 1 и 2 ноября на улицах Горького и Володарского будут дежурить дополнительные наряды сотрудников ГИБДД, регулировать дорожное движение и оказывать помощь водителям.